О развитии дошкольного образования говорили в Москве. Российский форум работников дошкольного образования «Ориентиры детства». Сегодня проходит в Москве. Это крупнейший в мире форум для воспитателей. Он собрал более 6000 педагогов со всей страны. Для них выступили ведущие психологи, представители бизнес-структур и некоммерческих организаций, тренеры по личностной мотивации. Такой формат ранее никогда не использовался в подготовке воспитателей. Форум «Интенсив. Ориентиры детства». Главной задачей имеет все-таки создание пространства возможностей для личностного и профессионального развития воспитателей. Участники встречи обмениваются опытом и идеями, а партнеры форума представляют новейшие разработки для детских садов, методики, книги, товары для игр и творчества.